Суток, дорогие друзья, вот третье видео делаю. Ну и многие меня спрашивают, а как и где взять такую панель. Вот как видите, у меня все здесь значки, вот они, и могу как бы управлять, нигде не спрашивать, не искать, ну и все остальное. Ну, искать я их все равно буду, я мог бы их спрятать, то же самое сделать, как свойства, например, другие. Не, отмена просто скрыты, применить то-то к этой папке. Окей, окей, окей. Потом делаем, что у нас делаем. Так, вид, и удаляем. Нас с этой папки не существует, спрячем. Ну и все прикольно. И также эти же программы работают. Сейчас запустится, вот как видите, все работает. Обнаружена потенциальная уязвимость. А, ну да, окей. Так, смотрим. Эта программа называется Rocket Dock. Ну, правильно, наверное, я по-английски не шарю. Скачиваете их валом, но много версий там, я не знаю, любые версии, какие вам понравятся, тем свежее, тем лучше, или старее лучше, не знаю, как получится для вас. А когда запустится, у вас будет всякая здесь билиберда, можете удалять, кроме вот этих двух. Настройка панели, все это называется режим бога, как все там калякают, балякают, режим бога, режим инструментов, все инструменты, которые делаете настройку, она у вас выпрыгнет. Ну, здесь при старте запускать не надо, это личный геморрой, и дольше будет запускаться. Уже запущенные, ну тут будут точечки, но не важно. Так, это смотреть вид, размер значка. Ну, надеюсь, вот такие большие не будут делать, компактные. Поставили пузырем, площадкой, можете так делать. Можете все сразу, вот, пивом, ну и тут выбираете, какую вам надо, что. Вот так, как у меня, пузырем, и пусть будет увеличение значков. Один. Не, вот так. Шевелится будет, да. Здесь 22 мне не надо, один пускай будет. И скорость увеличения ставим пошустрее, ой, помедленнее, то есть пошустрее. Так, положение, ну вот стоп, по границу, тудым сюдым, на этом я посерединке стоит. 100 100 100, это вверх вниз. Так, стили, ну так как все эти программы знают, чем они и как они дышат, и могу закрыть, потом не показывать значки вот эти вот. Ну, так как, я еще раз говорю, я все эти программы знаю, ими пользуюсь для работы. Ну, можно шрифты сделать, какие понравятся, полужирный, ну, не знаю, жирный, наклонный. Окей, там, ну и сами понимаете, здесь можно обвести, сделать для красоты. В принципе, как-то так. Окей. Но мне это, по крайней мере, не нужно. А если хотите, чтобы он у вас как АЭУ там или еще что-нибудь, ну, не знаю, разберетесь сами. Так. Темы. Реакцию, ну, автоматически прятать, можете не прятать, можете вот так вот, пусть будет раз 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 чук 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 себе нашли. Так, так как у меня не нужны эти панели, я делаю окей, и он у меня прячется, и они у меня при так вот мыши, наведение мыши здесь появляется. Да, можете вы сделать это
Еще раз забыл сказать. Панель вы можете... Сейчас, секундочку. Ага, вот тут, по-моему, вот обычная. Поверх. Здесь можете снизу его делать, можете слева, как видите, можете справа. Вы можете разбираться. Можете сверху. О, так вот. Вот, как видите, у меня ничего нету, и наведение вот здесь, и здесь у меня полный расширенный экран, я могу смотреть нормальное видео, кино и все остальное. Ну, всем пока, подписывайтесь, не стесняйтесь, задавайте вопросы, пишите посты, заходите на мою страницу в Одноклассники, ну и можете ВКонтакте, в Фейсбуке мало нахожусь. Ну, давайте, заходите, не стесняйтесь и пишите ваше мнение, ну и ваши комментарии. Всем пока, до свидания.